21 февраля 22-летний водитель автомашины «Шевроле Кобальт» на автотрассе Кызылорда-Павлодар совершил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной МАЗ-54-329 с прицепом. Водитель и 20-летняя пассажирка «Шевроле» с различными травмами госпитализированы в больницу. В 1:30 ночи поступили пострадавшие в результате автодорожной аварии, которая произошла на трассе близ поселка Шидерты. Значит, к нам они доставлены службы ЧС, значит, беременная женщина и молодой человек, супруг. Состояние обоих сейчас стабильно тяжелое, находятся в реанимационном отделении. Всю необходимую помощь и они сейчас получают. Автомашины водворены на специализированную стоянку. Проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.